продолжаем давать мат двумя фигурами одновременно. Целая третья попытка. Так. Французская защита. Когда последний раз играл французская защита? В последнем турнире Феникс. Против кого? Против трех человек аж. И что, как? Успешно? Я вот 9 взял. Соответственно, французская тоже шла. Так, ну... Отлично. Это теория? Ну да, какая-то там левая теория. Но он ее не знает, по-моему. Что-то у него такая статистика. Твой кореш. Ну, если... Судя по ходам, точно. Явно твой кореш. Безразрядник. Почему они так плохо играют, объясни? Здорово.